Всем привет, и мы продолжаем приключения Боади, забавного человечка из коробки. Сегодня мы будем тестировать вкладочку с жидкости. Итак, наш Боади попал в ванную. Есть вот такая вот куча здесь игрушек. Немножко он плавает, купает, ныряется. Ну а сейчас, друзья, давайте-ка я выдерну пробку и посмотрим, что же из этого получится. Итак, друзья, вынимаю пробку, и беднягу Боади просто... Вот смывает, попадает он в канализацию. Ну что же, это было забавно, прикольно, необычно. И так полностью исчезает Боади. Здорово. Ну что же, друзья, бедняга погибает. Итак, друзья, давайте-ка мы для Боади возьмем какой-то костюмчик. И сегодня будем вот тестировать эту вкладочку жидкости. Вот подберу я для Боади какой-то необычный фон. Давайте-ка раз вкладочка жидкости, подберем что-то в купальном стиле. Итак, что у нас есть в купальном стиле? Притом вот наступило лето, что-то к сезону. Итак, здорово, конечно же, надеть ему какую-то бейсболку, вот защититься от солнца. Вот какую-то яркую, вот такую вот, возможно, красную. Хотя шляпа тоже ничего. Вот, я что думаю, давайте-ка вот возьмем вот такую вот юморную с пропеллером шапочку для Боади. Вот, замечательно. Надеялся, друзья, какие-то найти вот пляжные вещи. Ничего такого пляжного я не нашел. Тогда давайте-ка, друзья, я возьму какую-то яркую футболочку и еще возьмем какие-то яркие кроссовочки и продолжим игру. Итак, Боади, какие бы тебе кроссовочки? Вот давайте-ка, друзья, вот желтые с голубым, мне кажется, неплохая комбинация. Вот, в принципе, там еще какие-то интересные такие вставочки. И давайте-ка, друзья, вот возьму вот такую вот полосатую маечку. Вот, получился таким прикольным нам забавным Боади. А сейчас, друзья, возвращаемся с вами в вкладочки с разными предметами и заходим в вкладку жидкости. Ну что же, друзья, есть первое, это у нас какой-то вот бронзбой. Вот, вот подсказывает, что мы можем просто... вот в Боади направлять струю воды. Выглядит это забавно, прикольно, но, честно говоря, ожидал большего. Вот. Кстати, мне кажется, что Боади какой-то делается толстый. Возможно, это показалось. Ну что же, друзья, забавно, прикольно. И я беру, друзья, в следующую вкладочку. А в следующая вкладочка это какая-то кислота. Вот, кстати, как она выглядит. Итак, вот, начинаю, друзья, поливать Боади кислотой. Он дымится, ему не нравится, но это же тест. Итак, тестируем, проверяем на Боади, как на него будет действовать кислота. Вот, честно говоря, я ожидал большего. Ага, нет, друзья, смотрите, отпадают ручки, и сейчас чувствуют, начнут отпадать и другие его, вот... другое что-то. И он просто, друзья, погибает, а голова вообще растворяется. Ну что же, забавно, прикольно, необычно. И мы переходим, друзья, к следующей вкладочке. А следующая вкладочка, друзья, это у нас какой-то водный пистолет, водное ружье. Итак, обновляем Боади. И давайте-ка, друзья, я протестирую этот пистолет. Ага, просто струя воды вот из водяного пистолета. Как-то вот так. Ну давайте-ка поближе, чтобы точно прицелиться и попасть. Вот что-то слабенький эффект, друзья, честно говоря. Ожидал я большего. И почему вот от этой струи воды Боади теряет сознание, опять же, непонятно. Супер. Итак, друзья, следующая вкладка – это какая-то капельница. Ну, ничего себе. Вот. Итак, ничего себе. Есть у нас игла. Есть у нас Боади. И сейчас, друзья, мы будем вот к нему вот подключать эту капельницу. Вот не совсем я понял, как это действует, но давайте-ка вместе разбираться. Итак, Боади, бедняжечка. Вот я так понимаю, друзья, эту иглу нужно будет, вот удалось ему вот поставить в руку. А теперь, друзья, я нажимаю красную жидкость. Итак, красная жидкость пошла. Вот, и наш Боади покраснел. Ого, друзья, ничего себе, и он сгорает. Ну что же, я просто в шоке. Видно еще вот череп, кости. Даже дышит огнем. Ну, это вообще что-то. Вот похож на дракона, ну и скорее всего он
бедняжечка сейчас погибает. Вот, довольно-таки забавный прикол вот оказался, друзья. Вот, ну что же, давайте-ка обновим нашего бедняжку Бадди. Вот, было довольно-таки прикольно, забавно, необычно. Итак, друзья, обновляем. И давайте-ка, друзья, вот... Кстати, я хотел бы, чтобы он вернул свой нормальный цвет. Почему он не возвращается, друзья, не знаю. Ну, тогда давайте-ка еще раз подключим капельницу. Возможно, от зеленой жидкости ему станет немножко полегче. Итак, друзья, вот как-то вот так получилось. Не очень хорошо. Я вот иглу, надеюсь, этого хватит. Итак, зеленая кнопка. Зеленая жидкость пошла. Вот иглу. Вот и наш Бадди делается немножко зеленоватым. Да, вот смотрите. Ого. И он просто-просто гибнет, просто погибает. Ну что же, это было тоже очень забавно, очень прикольно, очень необычно. Итак, супер, друзья. Подключаем еще одну капельницу к нашему Бадди. Вот, уже на сей раз проверим, протестируем голубую жидкость. Вот, ну больше она к синему. Вот кнопка больше к голубому, а вот капельница больше к синему. Причем ярко-синему. Так, что-то не очень удается мне воткнуть иглу. Вот, ага, в ногу получилось, друзья. Ничего себе, смотрите, как прикольно из кроссовка торчит. Итак, пошла вот жидкость. Вливается через ногу. И что же наш Бадди? И он синеет. И, по-моему, друзья, он еще и замораживается. Да, он просто замерз. Вот смотрите, как прикольно. Красная жидкость от нее Бадди сгорал, а синий он просто замерз. Вот интересно, разобьется он или нет, раз он превратился в льдышку. Нет, друзья, к сожалению, не разбивается. Но вот прикольная, вот мне понравилось, друзья, вот этот прикол с Бадди. Вот насчет капельницы довольно-таки интересно, здорово и прикольно придумали разработчики. Итак, супер, друзья, отправляем Бадди вот в мусорный бак, обновляем и, надеюсь, друзья, сейчас начнем игру дальше, посмотрим следующую вкладочку. Итак, следующая вкладочка, по-моему, это жидкий азот. Ну, по крайней мере, очень похоже. Итак, друзья, вот, по-моему, это жидкий азот. Да, видите, я сразу же заморозил Бадди, и он теоретически должен разбиться. Вот не разбился, друзья, хотя вот осколки какие-то пошли. Итак, друзья, пробую еще его заморозить. Вот замораживаю. Итак, удастся ли мне его разбить? Вот, падают осколки, лед осыпается, но Бадди наш жив. Наш Бадди цел. Возможно, друзья, его надо лучше проморозить, чтобы он разбился на кусочки. Ну, сейчас я попробую это сделать. Итак, как он еще ходит? Вот замороженный, а вот одной ногой еще как-то пробует что-то делать. Возможно, как-то попробовать на ноги ему направить вот эту струю. Вот, пытаюсь я что-то сделать. Вот, и удар, и Бадди жив. Не разбивается, друзья. Только вот лед отскакивает от Бадди. Ну что же, это было здорово, это было интересно, это было прикольно. И мы, друзья, берем следующую вкладочку. И это у нас шампунь. Кстати, прикольно. Будет интересно, как мы сможем... Вот, друзья. Итак, шампунем сейчас будем мелить Бадди. Вот, прикольно это вот так происходит. Пускаем на него кучу шампуня. Мыли. Много мыльных пузырей. Выглядит прикольно, забавно. Вот, к сожалению, друзья, вот я еще на него, вот, наверное, сильно тыкал. У него появилась еще куча синяков. Ну что же, друзья, прикол забавный, интересный. И мы, друзья, обновляем Бадди и берем следующий предмет. А следующий предмет это вот канистра с бензином. Вот, кстати, почему-то Бадди не исчезает пузыри. Мы уже обновили игрушку. Итак, друзья, давайте-ка я посмотрю. И это струя огня. Вот. Ого, друзья, ничего себе. Смотрите, какой бедняга Бадди закопченный, поджаренный. И я продолжаю тестировать его огнем. Продолжаю вот поливать его бензином. Бедняга Бадди, им это, конечно же, не нравится. Но протестировать предмет нужно.
Итак, друзья, как это ни удивительно, но Бадди от этого не гибнет. Вот, превратился вот в такого вот зажаренного человечка. Ну и это все. Ну что же, забавно. Я думаю, друзья, если бы мы долго на него поливали, он бы в конечном счете потерял бы сознание. Но я думаю, это не имеет значения. Итак, обновляем Бадди и берем следующий предмет. А следующий предмет это то ли душ, то ли лейка. Давайте-ка посмотрим. А просто поливаем Бадди водой. Вот так. Ну, ничего интересного. Конечно же, вот прикол с ванной мне понравился. И наибольше понравился вот с капельницей. Итак, друзья, пишите отзывы в комментариях, что вам понравилось. Кстати, что это Бадди испугался. Вы заметили, друзья, вот чего-то испугался. Чего он испугался, непонятно. Ну, как-то вот так. Ну, возможно, он замерз, вот промок. Отлично, друзья, обновляем Бадди и берем следующую вкладочку. А следующая вкладочка это какой-то каменный куб. Наверное, друзья, он будет сверху падать на Бадди. Давайте-ка я поставлю вот здесь посерединке как-то. И попробую сбросить на него этот куб. Итак, что же происходит? Непонятно, друзья. Ага, друзья, наверное, мы вот цементом. Мы просто в цемент, вот просто Бадди как-то вот так зацементировали, просто залили бетоном. Вот, только верхушка шапочки осталась. Ну что же, итак, попробуем разбить бетон. Вот, ничего себе. Ну что же, друзья, очень прикольно выглядит. Смотрите, как забавно. Кстати, вот этот прикол, что можно Бадди забить бетоном, а потом, вот, ударяя стены, его освобождать, мне кажется, это очень здорово придумали разработчики. Неплохая задумка. Вот так, немножко пиная стены, вот разбиваются бетонные куски и немножко освобождают Бадди. Вот как он еще выживает, не понимаю. Вот даже смотрит как-то печально. Ну что же, попытаемся освободить Бадди при помощи ударов о стену. Интересно, если я буду просто, вот друзья, а вот просто касание к экрану ничего не дают. Нужно только швыряться Бадди, разбивать о стены. Вот, довольно-таки прочный оказался бетон. Смотрите, друзья, как непросто его разбить. Вот Бадди наконец-то теряет сознание. Но я надеюсь, что удастся все же его, друзья, как-то освободить. Итак, буквально еще несколько кусочков осталось отбить. И Бадди будет свободен. Он, кстати, очень долго выживает. Вот терял сознание, пришел в себя. Остался последний кусочек бетона. Давайте-ка, друзья, я попробую его разбить, чтобы освободить Бадди. Вот, ну, наконец-то, почти, друзья, еще чуть-чуть осталось, и Бадди будет... ага, друзья, вот, кстати, если я касаюсь... Вот, наконец-то, последний кусочек. Вот, и Бадди будет свободен. Вот, ну, как-то вот так попробуем. Вот так, вот так. Ну, вот, вот последний кусочек. Ну, давай же, Бадди... Вот так. И так. Ну вот последний удар. Вот так. Ну вот же, друзья. Итак, ну в принципе вы поняли. Да, вот удалось все-таки освободить Бадди. Все у нас получилось. Итак, довольно-таки прикольный прикол. Следующая это у нас ванная комната. Нет, по-моему, друзья, это какой-то душ. Ого, ничего себе, друзья, как забавно. Смотрите, есть горячая, есть холодная вода. Ну что же, будем тестировать. Итак, друзья, включаю горячую, только давайте-ка Бадди поставим под лейкой. Вот. Итак, друзья, вот начинаю вращать. Вот, отлично, 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 отлично. Итак, Бадди, куда же ты уходишь? Вот, давайте-ка, друзья, я попробую по максимуму. Как-то вот пар идет. Вот. Бадди, ты нам нужен, ты нам нужен, ты нам нужен. Вот. Купается, не хочет, друзья, купаться немножко. Вот посмотрим, что из этого произойдет. И, по-моему, друзья, он краснеет. Да, он краснеет. Он сейчас, наверное, будет твориться. Итак, Бадди, Бадди совсем красненький. Увидите, друзья. Вот, да, скорее всего, Бадди сварился. Вот, немножко удирает. Но, тем не менее, держится. Вот, ну, как-то вот так. Здорово, друзья, с этим мы разобрались. Теоретически он должен был свариться.
Вот в этой горячей воде. А теперь давайте-ка, друзья, я попробую включить холодный. Итак, Бадди приходит в себя. Ну и надеюсь, что сейчас начнет синеть. Да, вот видите, был красный, а теперь делается серым и даже вот таким вот ледяным. Вот, удалось разбить ледяную корку. Ну и сейчас, друзья, интересно. Итак, включаю вот холодную и включаю горячую. То есть попытаюсь вот сделать. Ага, друзья, вот я не понял, что эту лейку даже можно двигать, друзья. Вот можно двигать в разные стороны. И видите, удалось нам настроить обычный нормальный душ. И Бадди без проблем купается, и ему хорошо. Итак, супер, друзья. Ну, последнюю вкладочку вы видели, это ванная комната, тем не менее, давайте-ка, вернее, это просто ванная с игрушками. Вот, напускаю, друзья, разных игрушек, с которыми Бадди и будет играть. Супер, вот будет плавать, купаться, и в конечном счете мы его смоем в канализацию. Итак, друзья, вот это последняя вкладочка, вообще вкладочки с жидкостями. Пишите в отзывах, в комментариях, какая вам больше понравилась. А я пока пытаюсь вот отправить Бадди с игрушками в канализацию. Вот, супер. Ну что же, довольно-таки интересной оказалась игра. Это вкладочка жидкости. Итак, друзья, пишите в отзывах, в комментариях, какая вам больше понравилась. Либо ванная, либо вот душевая, либо вот каменный куб. Что у нас еще было? Лейка, бензин, шампунь. Вот азотная кислота. Вот капельница, бензин. Кстати, друзья, а бензин мы не испробовали. Вот, давайте-ка, друзья, я испробую бензин. Итак, вот бензин непонятно. То ли просто льется, то ли вот как огнемет поджаривает Бадди. Ну, вот видите, честно говоря, не очень сильный эффект. Ну, как-то вот так. Ну что же, друзья, вот, в принципе, друзья, мне больше понравилась эта вот все же капельница. Довольно-таки интересный оказался предмет. Кстати, друзья, для капельницы, мне кажется, было бы лучше бы подошла лечебница. Вот, все-таки медицинское, вот, медицинское сооружение, то есть используется для медицинских целей. И вот мне кажется, друзья, вот здесь как раз бы и пригодилась вот эта капельница. Кстати, давайте-ка посмотрим, как это все будет выглядеть. Вот. Итак, приезжает капельница, и нашему Бадди вот так втыкает в бедняжки в руку. Ну что же, вот такой вот забавный прикол. Вот давайте-ка, кстати, а если его вот сейчас он бегает, горит. Пробую, друзья, сразу же, вот пусть только начнет рвать огнем, превратиться в дракона. И я сразу же включаю синюю жидкость. А что же от синий? Вот, ага, красный прекратил, а синюю... Кстати, вы видели, друзья, она смешалась и получилась фиолетовая. Вот смотрите, друзья, вот сейчас пусть обновится Бадди. Вот, а ну-ка, давайте-ка еще раз посмотрим. Вы видели, друзья, я был смешал эти жидкости, и получилась фиолетовая жидкость. Вот смотрите, красная и голубая вместе. Видите, дальше идет фиолетовая. Дальше идет фиолетовая. Вот, ничего себе, друзья, удалось мне ее вот добавить в голову. А если еще, друзья, добавить зеленую? Ага, получается черная жидкость. Ну, ничего себе. Интересно, а что же произойдет от черной? Вот. Непонятно, что происходит. Итак, друзья, очень много разных комбинаций. Ну, сейчас он горит. Потом сделался зеленым. А потом, наверное, друзья, замерзнет. Ага, взорвался. Вот такая вот неожиданная комбинация получилась. Итак, друзья, молодцы разработчики. Смотрите, друзья, мне кажется, здесь можно, кроме того, делать, пробовать разные тесты. То есть я могу сейчас попробовать еще, кроме того, что красную, синий, могу попробовать красную, зеленую или зеленую, синий. Можем попробовать кучу разных комбинаций. А ну-ка, друзья, давайте-ка попробуем. Вот синюю и зелененькую. Обои вот эти жидкости, и видите, получилась какая-то голубая жидкость.
Вот ядовито замораживающие. Вот довольно-таки забавно это все выглядит. Бедняга рвет. А ну-ка, друзья, отключаем. Вот я отключаю. Пока жидкость. А теперь попробуем вот красную зеленой. Вот сейчас, а сейчас появилась желтая жидкость. Вот беднягу Бадди вот, при помощи электричества бедняга рвет и теряет сознание. Ну что же, друзья, итак, на этом сегодня уже прощаюсь. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах, комментариях, друзья, какая вкладочка вам больше нравится, какую вкладочку тестировать в следующем видео. Кроме того, друзья, у нас в наличии есть несколько фонов. Опять же, пишите, в каком интереснее было бы всего снимать Бадди. То ли в обычной коробке, то ли вот в лечебнице, то ли в железной комнате. Вот, кроме того, друзья, есть у нас вот радужная комната. Что еще? Прянично-тортная комната. И еще вот театр. Да, вот, друзья, еще есть костюмчики для Бадди, которые, опять же, мы можем вот пробовать что-то тестировать. Вот, пишите в отзывах, в комментариях, что вам интересно, и я буду вот делать Бадди согласно ваших отзывов, комментариев, буду его одевать. Ну, а сегодня, друзья, я на этом прощаюсь, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий, пишите в отзывах еще, какой из вкладочек тестировать, и я, опять же, буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка, и к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч!